Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутэмпаут, а мы продолжаем играть на нашем этом PvP-сервере. PvP-сезон у нас продолжается, вот как видите, у нас вот такой пока каменный дом. Монак вон притомили с пацанами, вон у нас тут три птерозавра. А проводка пока, ну, скоро закроем, в принципе, на улице у нас стоит пара турелей на оборону. Живем хорошо пока что, слава богу. Готовимся, так сказать, к войне. Будем мстить. Ну вот у нас, видите, вчера было по 250, сегодня 247 на этой турели. На второй турели тоже 247, на третьей у нас 246. То есть к нам уже кто-то да ворвался. На данный момент я сижу в дискорде с Анатолием, и мы просто болтаем. Сейчас в этом видео я полечу фармить металл. Ну, Анатолий что-то молчит пока. Так ко мне сказать нечего, потому что вот... Я тебе и так сказал, давай. Вадима, она была, которая была в ХП, без игрок, изначально хорошо уложенная. И там кого-нибудь из самцов. Ну я, если что, вчера вот видишь, самца решил назвать, типа, а так мы... А, стопы. Да и вот на чё намекаешь, что уже беременность начать. Ну давай начнем. А вот те Монтара, Монтаров во что вкачать? Докачай, а ей надо этот, выносливость. Выносливость? 990 это мало. Все 9 на выносливость. Ну давай все деньги. Так, какие-то мы тебе сделали, а Барса сейчас подумаю. Барса. Так, ну в принципе тоже на выносливость. Так, ну чё, попробуем спаривание. Не, подожди, а там подожди, стой, там еще был второй снег. Второй топовый, вон Напс 2 назвал его Вова. Напс 2, ну а чё у него? У него со статами вон 1440 выносливости, здоровье 6000. О, у него вес. Вес тоже. Ну, в принципе, кстати, один самец может сразу двоих оплодотворить, так сказать. Ну, давай попробуем. Поведение, включить спаривание. А, тут типа они не будут бегать, смотри, тут просто поведение, включить спаривание. Люблю такие серверы, где они не ходят. Это не такие сервера, это уже просто в игре. Ну, вон, пошло они спаривание. Они там какой-то обнове починили, ну, сделали дополнительно. А я помню, как мы Рексов тогда на сперчу уже вместили. Мы их, короче, окружали все и жили, чтобы они не убегали друг от друга. Кстати, да, друзья, спасибо за подписки, очень рад. А, чё это поведение нейтральное? Пассивное. А твой это... Вот в доме пусть, да, стоит на пассиве все, а когда ты уходишь, куда ты ставишь... Надо мне, знаешь, кнопку какую-нибудь сделать на нейтральное тоже. А то... В беседе дополнительные, но... Знаешь, есть такие, продаются, типа, как клавиатура. Да у меня, типа, на мышке две кнопки дополнительные. Одна у меня на атаку стоит, другая на пассив. Надо бы это на клавиш, что ли, найти какую-нибудь кнопку на нейтрал. Хотя, по-моему, я настраивал. Уж не помню. Ну, поставь эту Q. Она вроде нужна только. Q нужна, чтобы быстро убрать оружие. На кулаки переключиться. Вот она стоит. Так, свист. Нейтрален. Хайпхен какой-то стоит. А что, если я поставлю, например... или это плохая идея? Не буду применять в пень, не буду на плюс там стоять. Так, ну что у нас тут? 93 идет.
процесс 96 97. Так, беременность 47 минут. Ее в принципе можно отодвинуть. Да, ты ее отодвинь туда, под каменный фундамент, поближе туда, чтобы вывалилось. Ее можно вот сюда пока поставить и напса сразу. Только вот прикол в том, то что беременность 47 минут-то длится. Я вот что-то подумал, а может не надо тогда напса? Не, напса потом. Да, ну а ты как хотел, сразу родись? Не, лучше давай потом напса, а то это... Получается, что, двоих детенышей, что ли, мне клеймить, это не дело. Да, это не дело. Я вот потом еще ее. А их же через 24 часа. Ну я завтра, да. 46 минут. Беременность быстро идет, кстати. Да, теперь мне еще это, сегодня да? за детенышем следить. Так. Все, лечу за металл. Засиделись. Неплохо, аргент уже 101 уровня. Надо еще. Если были бы там говорил, что... А у нас выпало два криопода. А, ну вообще же. Так тогда это... Что я хотел? Выпало два криопода и все. Хотя мы защитили вообще без этого, без нанесения удара, урона этой капсуле. Наверное, капсулы тоже укротили. Ну так тогда знаешь, можно поступить сюда, пойти сделать там великов томить. Просто только топовых сразу. Великов много бегает. Их там да, много бегает. В принципе, я тут собрал, да, по-моему. Это сейчас пропадет. А, да, пропадет. Вот, видишь, как удачно поселились. Металл прям под носом. Печку промышленную, кстати, из плюсовскую можно будет влепить, я ее открыл. Да мы пока это металл, ой, дом в металл катаем. А то будет опять то, что вот неправильно на Абере, ё-моё, неправильно на Абере было то, что сначала металл сделали, дом металлический, а потом я пытался успеть поставить турели. Вон там вот видишь, хотя поставил я вчера, кому-то по жопе надавал, и то хорошо. Очень надеюсь, кстати. Не, да, такой прикольный вообще, офигеть. Я поговорю. Да мне тоже понравилось это металл, я за металл. Мне говорю, ну и хрен ли ты за металлом пришел, иди вон кирку сейчас дам. Говорит, я за металлом пришел, знаешь, это вообще смешно было, за металлом он пришел, вот целый синий биом металла, а он за металлом пришел.
Это как Алекс. Ну. Тот, блин, самый главный по стелс свою добывал с турелью рядом с нашей базой. Еще и говорит, типа, а это не нападение было, вы дебилы, ага, конечно. Конечно, не нападение. Так близко ставить фармилку рядом с базой. Нормальные вообще. Что-то это. Друзья, кто хочет к нам в трайп, можете писать свои заявки, мы их осмотрим, потому что нам было бы неплохо еще людей. Там едешь, что тебе два челика. Помнишь, того, с кем мы играли, там еще один есть. Ну. О, ради есть все дополнения, и знаешь, все, что хочешь, то понадобится. Можно покопаться. Кстати, у Анатолия сейчас идет прямая трансляция того, как я добываю металл, поэтому я могу, в принципе, блин, нахрена я это сделал, могу, в принципе, ему еще показать, где у нас это местонахождение металла есть, сказать, зарождение. Да ты бы лучше за обсидиан. Да обсидиан, это обсидиан. Нам вчера, знаешь, сколько полимера выпало? Вот эта штука, которая же, которую вы вчера защищали, не лобчик сказал, что есть полимер. Нам вчера выпало 370 полимера. Ну он же пар. Нет, нам не органический, а нормальный выпал. 370 скрафченного полимера. Куда ты пойдешь? Я зайду, короче, буду печку сегодня делать, раз ты ее не собираешься делать, ее сделаю. А ты на нее металла нафармишь? Ну ты же мне аргент с анкилой выдашь. Ну, в принципе, да, можно. Там... Смотри, наша цель сделать нездоровую махину, которая будет место занимать, а вот это... 250, стоп. А, ну да, одни и те же ресы. 250 кристалла, 400 нефти, 400 полимера. Больно. 400 полимера. 400 полимера, это, если честно, не в кайф. И чё тут, 2500 металла, 600 цементной пасты. Блин, полимер жалко. Чё-то как-то немного, я чё-то... Ну 400 полимера было бы немного, если бы мы наберег жили. Хотя, в принципе, кто нам мешает это на Монаге сгонять на Абер и набрать там... А, слышь, чё, зараженных животных вот это вот... видал, зараженное мясо падает, да? Я же, да. Это... А, я же говорю, я же хотел спросить. Это полимер. Зараженное мясо зараженных животных, это полимер. А, ну в принципе мы, получается, можем и тут полимера нафармить на Монагах. О, в общем, я пошел фармить. Металличку у нас.
Отлично. Это просто хорошо. Так, вон еще металлчик у нас, но его сторожит Коронатавр. А, он сюда не может зайти, он лошадок там. Лошарный Коронатавр. Баг. Почему-то вот это вот место багованное для Анкиды. Даже странно, почему оно тут багованное. О, отлично, взял. И сюда. Ну давай, сейчас ты туда будешь. Да не хочет вообще ни в какую. Вот не люблю, когда так забагано. И время твое отнимает, и все на свете. Ну что ж, друзья, в принципе, я уже загрузил металл, все дела. Поэтому все у нас в порядочке. А, Монтара у нас забеременеет через 18 минут. Ну что ж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте новые видео. Сегодня такая тоже была информативная серия, то что все у нас нормально, фармим металл, развиваемся. Как только начнется какой-нибудь движ, обязательно я это сниму. Поэтому не волнуйтесь, друзья, и все будет нормально. Ну что ж, всем удачи и всем пока.